Всем привет! Вы на канале Татарин97, и начинаю я свой новый влог с расстройства. Хотелось бы сказать с микрорасстройства, но для меня это нифига не микрорасстройство, а такое достаточно глобальное и очень неприятное расстройство. Моему телефону пришел, можно сказать, конец. Бабамс, видите? Отошел экран от телефона. Телефону 1,5 года. И, знаете, ничего не предвещало такой печальки, по сути. Дня 2 назад, вечером уже, сел я посмотреть YouTube. Вот так вот, да, вот в таком вот режиме. Что-то так вот чуть-чуть наклонил, смотрю, бац, экран отошел. Я сначала подумал, ну, может быть, показалось. Я еще раз так же наклонил. Нет, не показалось. Экран действительно решил покинуть мой телефон. Сразу же, в этот же момент, я понял, что это не глюк у меня, а что действительно это телефон что-то решил сломаться, экран от него решил уйти. Я зашел на все сайты, где возможно ремонт. Там стояли цены 6, 7, 10 тысяч. Ну, я подумал, посплю с этой мыслью, то, что у меня телефон что-то там это решил крякнуть. И на следующий день, как только все это открылось, эти мастерские, я начал их обзванивать. И да, действительно, там кто-то 6 просит, это не за оригинальный. За оригинальный там 10. В официальном магазине Xiaomi, да, для тех, кто не знал, Poco, у меня Poco F4, а Poco это подразделение Xiaomi. Правильно вообще название, на самом деле, телефона. Xiaomi Poco F4. Ну, все называют Poco, Poco, поэтому Poco, Pocophone. Ну и что? Я позвонил в официал, мне сказали, где-то примерно это будет стоить в районе там 11 тысяч, плюс-минус 2-3 тысячи рублей. Извините, я заговариваюсь, потому что, ну, беда такая с телефоном. Ну и, короче, думаю, ладно, сейчас, наверное, съезжу, отремонтирую. Но решил я прямо так сразу не ехать, не менять этот экран. Я позвонил другу. У моего друга такой же телефон. Покупали мы с ним в одно и то же время. Там 2-3 дня разницы. Я купил на 2 дня раньше, чем он. В общем, я ему рассказал свои мысли, что в принципе я могу поменять. Но боюсь, что как-то некачественно поменяют. Даже у официалов могут там поставить Китай-Китай, а сказать, что стоит оригинальный, ты что, брат? В общем, он говорит, ты правильно мыслишь, ход мысли твой нравится. Он говорит, и бери просто себе другой телефон. Я искал вот такой Poco F4 новый, потому что этот телефон мне очень-очень сильно понравился, очень сильно зашел. Я не хочу с ним расставаться, реально. Но вот такая беда. Да, как вариант, можно все это на скотч приклеить и, в принципе, держаться будет. На самом деле у меня отсюда было на скотче, я пошел специально, чтобы вам показать, отклеил. У меня скотч с собой. Сейчас он сядет вот на лавочку. Опять на скотч все это приклею. Он говорит, да, короче, действительно, меняй все. Я искал такой же, новых нету. Искал бэушный, нашел бэушный. Стоит он что-то в районе там 12 тысяч рублей. Но, знаете, я хотел написать, сказать, здравствуйте, могу подъехать, забрать, осмотреть, все. Он так подумал тоже, а вдруг он после такого ремонта, либо после какого-то еще ремонта. Ну, кто его не знает, да? Куплю, а он у меня там поработает 2-3 месяца, и опять того самое. В общем, короче, заказал я себе новый телефон. Вот сегодня у нас понедельник, сегодня он должен вечерком там прийти. Посмотрим, надеюсь, что он придет, надеюсь, что все будет хорошо. Я надеюсь, что у меня телефоны не живут больше, чем 2 года. 2 года это прям вот край-край. Этот телефон где-то 1,5 года у меня. Короче, да. Какой телефон я себе заказал, тоже вам в этом ролике покажу, как он только придет. Посмотрим с вами. Поэтому не переключайтесь. Ролик только-только начался. Желаю всем приятного просмотра. Ну и те, кто, да, вот так вот тоже вместе со мной расстроился из моего телефона, потому что телефон для меня это рабочий инструмент еще для Ютуба. Я все ролики монтирую на телефоне.
очень редко, когда я это делаю с ноутбука. Прям реально очень-очень редко. В основном все с телефона. То есть я с камеры перекидываю материал на телефон и монтирую. Да. Поэтому телефон мне нужен. И вот такая беда, конечно, нет. Так, в принципе, даже вам сейчас покажу. Сейчас так пальцы тоже стал плохо срабатывать с этой бедой. Так, он, видите, в принципе, это все нормально. То есть экран все ровный, все хорошо, все видно, все четко. Но еще, кстати, у меня был Huawei Nova 2, и тоже я там не экран отошел, я там очень сильно развил. Решил поменять экран, и буквально прошло 2-3 месяца, и у меня вот по бокам экрана начали быть желтые полоски. Потом вот я нажимаю там, допустим, хочу зайти в приложение, ну, в YouTube, а надо нажимать несколько раз, чтобы оно зашло. В общем, короче, ну, плохо начал срабатывать сенс, эти желтые полоски, выцветание, поэтому вот это тоже все может быть, когда меняешь экран. Потому что, несмотря на то, что даже могут поставить оригинальный, это оригинальный тире заводской, а там вот, кстати, просто оригинальный. То есть что такое оригинальный тире заводской? Заводской — то, что поставили на заводе, сборки, где их собирают, и там, то есть, ну, все рассчитано, да. А это уже герметик другой, там клей, на котором экран держится. Это уже все будет как бы не на заводе, а так вот в обычной мастерской. Фиг не знаю, какие там запчасти, что там будет. В общем, я решил поменять себе телефон. Это непредвиденные расходы, на самом деле, я не планировал. В описании к этому видеоролику есть ссылка на мой телеграм-канал. Там я появляюсь чаще, чем на YouTube. Также в понедельник, в день записи данного видеоролика, а быть точнее, если данного фрагмента, потому что у меня такое бывает, что я могу, ну, допустим, такой вот ролик, влог записывать несколько дней подряд. Бывает, что такое и целую неделю могу, так, знаете, по кусочкам, по кадру собирать этот ролик. Ну ладно, этот ролик, скорее всего, будет сниматься максимум 2 дня, а может быть и 1. В общем, сегодня, в понедельник, 24 июня, в 14:27, там вылезла вот такая вот фотография. Я вам пожелал приятного аппетита и сфоткал тарелку борща. Борщ изумительно вкусный, но не об этом. А о чем? О том, что там довольно часто выскакивают такие фотографии, где я фоткаю то, что я сам ем. Желаю вам приятного аппетита. Бывает, просто пишу там хорошего дня, приятного аппетита. Бывают какие-то новости, туда скидываю. В общем, подпишитесь на телеграм-канал. Вам не сложно, а мне будет очень и очень приятно. Потому что, ну что, у нас здесь с вами 1000 подписчиков на YouTube. Кстати, всем спасибо за подписку. Каждому рад подписчику. Спасибо, что вы подписались на мой достаточно скучный канал. В общем, давайте мы здесь тоже хотя бы до 500 человек-то добьем в телеграме. То что, ну, в телеграме там всего 163 подписчика, а на ютубе 1020. Давайте хотя бы в телеграме до 500, да, добьем там к концу этого года хотя бы там, пожалуйста, буду вам благодарен. Вообще идет уже покос травы. Ну, это нормально, я считаю. А то я реально уже ее поворосло. Так что скоро будет не пройти. И так вот, косит травушку. Это хорошо. Пахнет как. Это трава, знаете, скошенная. Запах прям изумительный. Мне нравится. А вот сейчас я прошел. Ну, еще сейчас косит, да? Я сейчас прошел, и мы вот это его косилки. Так завоняло бензином. Фу, противно. Не люблю запах бензина. А запах скошенный вот такой вот травы просто обожаю. А вот, кстати, видите, как я телефон пока временно вот так вот приболтал. Ну ничего, вроде вот сейчас должна с минуты на минуту прийти уведомление. Забирайте, ваш заказ готов к выдаче. Ну вот, сейчас пока чуть-чуть пройдусь, прогуляюсь. Возможно, уже и что-то придет. Погода, правда, что-то как-то вот не радует. Такое ощущение, как будто сейчас это ливанет. Дождик как вжик.
но вроде как не обещали. Но все может поменяться. Надуют ветра, все это и как запустится дождевая вода. Ладно, ну, в пятерочку зайдем. Спрячемся в случае чего. Ничего страшного не будет. А на улице реально становится душно. Такое ощущение, как будто вот еще буквально где-то минут 40 и пойдет дождь. Поэтому я принял решение выдвигаться в сторону дома. Да и засветился мой телефон, а там, значит, написано: ваш товар готов к выдаче. Сходите, заберите. Он, правда, там может храниться чуть ли не 2 недели в пункте выдачи. Ну что, я буду ждать 2 недели с таким вот телефоном ходить? Нет. Поэтому пойду заберу сегодня, да. Там, кстати, еще кое-что пришло. Тоже вам покажу. Тоже давненько я это себе не заказывал. Так, наметочку дам, да? Это пополнение моей коллекции. Ну вот, поставьте сейчас видео на паузу и напишите, что за коллекцию я там пополняю. Только честно, без перемотки, пожалуйста. А то знаю я сейчас. Перемотаете, увидите, потом до этого момента намотаете, напишите, как тайм-код, да? Какое время, что там. Я попросил вас написать пополнение коллекции. Сразу напишите. Давайте честно. Без перемотки. Или все-таки не будет дождя? Ладно. Все равно надо идти домой. Там попутно зайти в пункт выдачи, забрать товары. И с телефоном, потому что один из товаров — это телефон. И с телефоном сейчас полвечера сидеть и колупаться. Как я это не люблю, сразу, знаете, перенастраивать, настраивать. А за что так? Вот почему? Вот почему вот ты, вот ты, вот ты, вот ты? Почему ты вот так вот поступил, а? Вот надо было тебе именно сейчас экран выбросить свой. Да. Ну ладно. Ничего страшного. Значит, видать, так надо. Да, все, что не делать, все к лучшему, как говорится. Ну вот, знаете, вот я опять убедился лишний раз. Я всем своим родственникам, друзьям неоднократно просто так вот ходил, размышлял про себя, вот так говорил шепотом, не про себя, а шепотом. Этот телефон у меня минимум на 4 года. В идеале хотелось там лет 5 с ним проходить. Все, он современный, новый, обновления на него будут там еще в ближайшие 3 года. Ну а 2 года так, в принципе, без обновлений можно было бы с ним и походить, и пожить. И вот реально, есть такая поговорка: расскажи Богу о своих планах, он над тобой посмеется. Неважно кому, хоть ты идешь и вот так вот каждому листику говоришь: листик, вот этот телефон, вот этот, который у меня сейчас в руках, он со мной 4 года. Все. Ты это сказал вслух? Я это шепотом сказал. Тебя там вот слышали? Сказали: о, он хочет проходить с этой вещью 4 года? Ха-ха-ха-ха. Ну пускай попробует. Вот, видать, да. Поэтому не буду ничего говорить, сколько я буду с новым телефоном ходить, сколько у меня будет работать. Скажу так: сколько поработаю, столько и поработаю. А там ставить примерные даты нет. Потому что вот, да, рассказал я то, что я планирую с этим проходить 4 года, и надо мной там он посмеялись. Блин, реально, почему не все не так? Это работает во всем почти. Что ты начинаешь рассказывать свои планы, и все идет как-то вот так вот, по-другому, не как ты хотел. И я реально понимаю, надо пословицу еще раз ему расскажу. Расскажу Богу о своих планах, он над тобой посмеется. Да, ладно, все, домой. Не, сначала в пункт выдачи. Такой теперь у меня будет телефон Poco X5 5G. Буквально в следующем кадре вы увидите распаковку данной коробки. Вот он, сам телефон. Так вот он выглядит. Нормально.
Буду сейчас потихонечку тут его настраивать, застраивать. В общем, все тут надо сейчас будет этим заниматься. На это уйдет, ну, часа два точно. Может быть и побольше. Короче, да. Вот такой вот телефончик. Не знаю, может быть, я, кстати, его когда-нибудь и отремонтирую. Продавать точно не буду. Будет просто лежать как запасной вариант. Да. Поэтому вот такой вот телефон. Блин. Какой же он все-таки классный. Надеюсь, мы с этим тоже подружимся. Ё-моё. Уже заляпал. Ну ладно. Это, в принципе, тоже заляпанный. Да. Это-то некрасиво, конечно, выглядит. Крокодильный поступок я это называю. Не люблю, когда вот так вот это. Ну ладно. Такой вот телефон. Спасибо тебе, телефон. Спасибо. Будем дружить с новым теперь.
Многие из вас в курсе про мою коллекцию брелочков. Для тех, кто не в курсе, вы теперь в курсе, что у меня есть вот такая коллекция. И давненько я ее не пополнял. Я про нее чуть-чуть забыл. Хотя вот все время она стояла вот у меня вот здесь. В этом вот контейнере у меня все это сложено. Ну вот я вспомнил про нее и раз пополнение. Это у нас что? Это у нас Шкода. Два пополнения Пежо. Там еще один заказан, но он что-то вот сегодня не пришел. Не знаю, может придет попозже. Может быть нет. А что там еще у меня заказано? Я не помню. Сейчас могу зайти, посмотреть, да и вам в принципе сказать. Так, сейчас зайдем, посмотрим. А, Митсубиси. Еще должен быть Митсубиси. Сейчас я заказывал три. Шкода и Пежо. Видите, Шкода и Пежо пришло. А Митсубиси, ну, где-то в пути, где-то едет, ё-моё. Так вот есть. УАЗик есть. Hyundai есть. BMW это вот так вот. Два, кстати, вот это BMW. Вот сюда вот так повесь. Сейчас это я сделаю. Так. Kia есть. Также есть вторая Kia, потому что, ну, вот раньше значок Kia был такой, а теперь значок Kia такой. Так, Nissan есть, Nissan, Volkswagen есть, Renault, Opel, Deo есть, Toyota, ой, Lada. Это что-то черненько не надо. Ладно, вот так вот будет. Лада. Ауди. Шевролет. Инфинити. Мазда. Кстати, вот с Мазды все и началось. Весь сбор этих значков началось с Мазды. Что-то как-то просто зашел, купил Мазду. И дальше пошло, все поехало. Что-то куплено, кстати, из этих значков. Так вот, в магазинах, что-то на маркетплейсах. В общем... Все они собраны в разных местах. Honda. Volvo. Ну и новая Шкода и Peugeot. Это из двух новых значков. Да. Сейчас эту BMW тоже прицеплю и тоже сюда же положим. Но это можно вот сейчас выкинуть. Да. Вот так вот это все будет. И тоже это все погружается сюда. Также у этого контейнера есть крышечка, вот так это все закрывается. Раз, два, и вот сюда вот так вот аккуратненько это выстает. Так, ну я все продолжаю заниматься настройками этого телефона. Так, давайте за вас водички. Вечер следующего дня, время 20 часов 13 минут. Я потратил вчерашний весь вечер на настройку вот этого вот телефона. И все равно, знаете, есть такое ощущение, как будто чего-то я сюда не доустановил, не доперенес. Захожу в свой старый телефон, сравниваю по приложениям, все вроде то же самое, что у меня и есть. Но только там игры не стал скачивать, какие вот у меня есть. Потому что там, честно говоря, половина игр, которые у меня были скачанных, я даже в них там почти не играл. Так, скачал, раза два-три зашел и забил. Поэтому принял решение, что прям все-все игры переносить не буду. Да и честно, я сюда, наверное, по-моему, всего... А, сейчас, так... Вот так, ё-моё. Да, я сюда всего перенес, ну, таких вот, в которые игры играю, всего две игры. А так вот не вижу смысла забивать телефон игрушками. Сам телефон как-то не лежит у меня к нему душа, не знаю. Вот сегодня вот весь день вот я с ним ходил. И знаете, вот если сравним со старым телефоном, со своим... Любая свободная минута, любое свободное время я вот в телефон, в YouTube, в Telegram, просто что-то почитать, поиграть в те же игры. Тут вот сегодня время так было нормально, много, можно было
практически, но вот полдня так точно я был свободен, и можно было там спокойно как залипнуть в телефон, как начать там играть, YouTube смотреть в Телеграме, новости читать, в общем, все делать, что я делал с прежним, а вот не хотелось, а вот не тянуло. За весь день, наверное, его раз 3-4 от силы так вот прям использовал. А так, то чисто позвонить, там написать надо было, и все, больше не использовал. Надеюсь, что с этим телефоном я все-таки подружусь, но вот сегодняшний день показал то, что все-таки я буду ремонтировать свой тот телефон, сколько бы это ни стоило, сколько бы он ни прослужил. Я отремонтирую тот свой телефон и, скорее всего, опять буду пользоваться тем, как основным. Этот будет запасной. Если уж тот совсем уже совсем скажет, все, я пошел, пока, тогда вот перейду на этот. Ну и с этим, наверное, я еще месяца два похожу, потому что поузнаю, сколько стоит тот. Все-таки посоветую, стоит, не стоит, в общем, все уточню, все вопросы. И тогда, скорее всего, буду ремонтировать тот, да. А этот телефон, кстати, вот если вот рассматривать телефон ребенку, отличный вариант, стоит он там. Ну вот я заказывал на маркетплейсе, не буду на каком говорить, чтобы не рекламировать данный маркетплейс. Заказывал я его что-то там 13-14, но вот я его заказывал за 14-100 с копейками. Поэтому вот считаю, для 14-100 телефон нормально. Опять же, для ребеночка. Купить ему YouTube, там всякие какие-то Яндекс подписки, чтобы он мультики смотрел, какие-то развивающие программы на него установить. Вообще отличный вариант. Для меня этот телефон скучноват и слабоват. Мой помощнее, хотя вот казалось бы, да, по факту модель-то эта выше, то есть новее, современнее, должна быть мощнее, но нет, нет. В общем, на этом я заканчиваю свой видеоролик. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, переходите по всем ссылкам в описании. До новых встреч, увидимся в следующем новом видео, которое выйдет, надеюсь, совсем скоро. В последнее время ролики начали выходить весьма себе с пугающей периодичностью. То подряд идут ролики, то почти там 2 недели, а то и месяц роликов нет. Буду стараться их сейчас делать вам почаще. Все, всем удачи, всем пока-пока, увидимся.